Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World Alive, и как же было бы классно смотреть именно на такую вот картину, на весь экран, широкую, если бы еще здесь была графика соответствующая. Итак, у нас есть вот такая вот башенка, но, кстати, эти башенки стали почти непростыми, да, что-то они вроде как серенькие, обыкновенные, но у нас здесь 5 боев. И давайте глянем, что нам предлагают. То есть команда противника, ваши противники, команда с высоким уроном, команда Громил, то есть много жизни, сильный урон, это у нас Аллозавр, да, яркий представитель. Нам рекомендуют брать быстрых существ с высоким уроном и способностью вроде наскока, короче, способностью, которая снижает урон нашего врага. Или существа, которые могут снизить, ну, и, в общем-то, это то же самое, да. Наскок — это супер удар с снижением урона. В этом главная, короче, его суть. И вот давайте-ка мы начнем с таких ребят. Давайте начнем вот с низкого уровня. Они, в принципе, все довольно шустрые, имеют какие-то удары, кроме, наверное, Гриппозуха, Маюндазуха, или это у нас какой-то гибрид, да, по-моему, и самого Нундазуха, да. Он просто бьет больно. Ну, так, для разнообразия. Посмотрим сейчас, какие условия. Можно будет посражаться. Если у него один, а у нас три, то можно выбирать кого угодно. Да, у него три, а у нас один. То есть, ну, давайте начнем с Нундазуха. Он всего лишь 6 уровня. Но у них уровень будет расти быстро, наверное. Что-то я думал, что он 9-го. Мне показалось, я набрал 10-х. Но у меня, в принципе, ниже 10 уровня, там буквально какой-то 1-2 динозавра. Остальные все я качнул уже на 10-й. Ладно, ну будем, значит, каждый бой брать нового диноса. Нам посмотрим сейчас тогда на нашего гибрида. Маюндазух против Тарбозавра. Так, ну у Тарбозавра удары как у Тирекса раньше были. На 3 хода. Есть дефенс на 50%. Ну давайте. Мы оказались быстрее, даже неожиданно. Так, а это что нам даст? Нанесение 1,5 урона. Должно нормально быть. Контратака. Неплохая контратака в 413. Он справился. Так, давайте соберем, что у нас тут есть. Отлично. Помчались дальше. Берем все еще этот же ряд. Так, ну я теперь, как я понимаю, да... А, уже двое. Я думал, у нас здесь будет в этой башне много боев, но по одному существу нет. Уже у нас идут по два существа. Давай, Дейна Хейр. Ну, мы и так быстрее. Смотрите, какой он высокий и здоровый, да? Ну, как и Терезинозавр, он очень крупный. Но это крит, конечно. Крит пробил. Но ничего страшного. Это мой самый слабый раптор из команды. Ну и, конечно же, наскок. Скок-скок на дубок. Как-то странно, что он так мало ударил. С критом 622. Занейтрализуем его.
Так, ну, в общем-то, вот всеми мы и посражались. Из этой четверочки. Так, и редкий тираннозавр второго поколения. Ну, дают, бери. И помчались дальше. Начнем с гриппозуха, да? Это у нас все-таки эпическая тварь. Хм, гавиал. Гавиал так гавиал. Ой, какой крепкий. Смотрите, на 11 уровне у него 2000. У нас есть броня и есть 20%. Вон, это нормально. То есть у нас крокодил с броней. То есть какой это крокодил, если у него нет брони? Так, он, кстати, ответил нам тем же. Такой же укус, но у нас бронька. Думаю, пробиваем. Нет! Ну, крита не было. А у него крит и был удар. Это был удар сквозь щит, не сквозь броню, ребята. И он нас прокусил, представляете себе, да? Прокусил 11 уровень. Ну ладно, давайте процератозаврик. Снизим урон. Блин, эти лапки крохотные. Вот когда он прыгает, так я чувствую, вроде у него лапы от мойнгозавра. Хотя вот так вот стоит, вроде бы и нет. Но когда прыгает, это, конечно. Так, у нас еще один враг нас ожидает. Нейтрализация. Так, так, так. О, ну крит, наконец-то. Блин, ну противники крит раздают просто жесть. Какой у тебя процент крита? 40. Но у него вроде он не 40, а 60. Раздает, смотрите, направо и налево. До свидания. Так, ну, вроде как все в порядке. Никого, наверное, дополнительно брать не надо. Попробуем еще раз взять гриппозуха. Так, ну, Дилосом я еще не сражался, да? Два косаря у гриппозуха, ну вообще, то есть демагеры его контрят просто феноменально. То есть надо бить вот так вот, а потом бить вот этот средний удар, у него 1.5 урона, он должен пробивать. Так, следующий удар лучше не принимать на себя. Так, ну, такая комбинашка лучше, чем попытаться его сразу задемажить. Ну вот, типа, дать ему уязвимость. Но у нас уже пропадет усиление, да, это уже был третий ход, по-моему. Да, вот у нас уже, к сожалению, нету нашего бонуса. И он выжил. Ну и косарик, конечно, ударчик у него такой. Так, мы Дилосом не плевались еще. Давайте поплюемся. Ну да тут любой удар его пробьет. Никаких опережающих ударов у наших врагов нет. Это примитивные силачи. А вот Дилос неплохо раздает. 500. Ха, слабак. Да, кстати, вспомнилась эта серия. Jurassic World Evolution, да. Все посмотрели серию, как погибают хищники от рук травоядных. Там видос целый час получился. Это не считая того, что я вырезал.
Так, 1333, как частота памяти DDR. Какой это 1300? Первый, третий. Не, первый, второй. DDR 1330, наверное, вторая была. Третья была уже от 1600. 1400, 1600, 1866, по-моему, да? Если мне память не изменяет. Так, и ничего себе, нам дали эпических 18 генов тираннозавра. Вот такие вот у нас были, ребятки, делишки. А на этом все. До скорых встреч.